Всем привет, ребята! Вы на канале Золотой Пегас и КСК Пегас. Вот, и помните, вот моя кобыла ожеребилась. Вот, я уже убрала от нее жеребят. Вот. Да, вы, конечно, написали, да, имена, но имен было довольно мало. И, ну, они не очень как мне подходили. Так, рифма. Рифма любви у нас учится. Не выбегать, да. Вот, уж вот это вот она сильно очень часто делает, да. Выбегает, вот это мне не нравится, то есть нам нужно ее оповаживать. Я ее буду оповаживать, это у меня лошадь будет конкурная, скорее всего. Но я пока не знаю, да. Вот. Да. Вот. Так, сейчас уберу чумбур. Да. Вот. Сегодня, я думаю, ну, так особо ничего делать не будем, а заниматься, я думаю, шайтан чуть-чуть. Так, вот, шайтан. Так, сейчас я буду кормить лошадей. Вот тут вот я уже все подготовила, вкусняшки, еду и воду. Так, возьмем, наверное, вот, вёдер столько. Сначала... Да, вот мой пёс Тангер переехал сюда. Так, шайтанчик, привет, мой мальчик. Давай, давай. Ты ждёшь водичку, да. Так, положим две морковки и вот ещё одну. Всё. Стой. На, всё. Давайте вот так вот возьмём ведерко. Меня мой ученик попросил покормить его лошадей. Да, я покормлю, в принципе. Все равно лошадей Лили и Насте кормить. Ну и покормлю. Нет, стой, на вкусняшку. Все. Так, Голд, Голд, мой мальчик. Сегодня я буду тебя кормить. И водичка. Так, Айогена налила. Эй, Голд. Иди сюда, Голдик. Голди. Иди сюда. Я ему дам оба. Так вот. Так вот. Все. Пусть идет, кушает. Все голодные. Они. Он пошел сразу кушать. Генай, я воду налила, да? Сейчас посмотрю. Генай. Гюн, давай, пожалуйста, ну, по-нормальней себе веди. Так, к же ребятам я перейду попозже. Легенда, это Настина лошадь. Так, она чуть-чуть не доела. Что и Настя давала. Лего. Ой, у нее еда гниет что-то. Так, морковочку. Стой. Лего. Давай, пожалуйста, ну, по-нормальному веди себя. Чего, да? Так, так, пойдемте. Так, Полли, это из цирка, мой ученик его купил. Понял? Блин, не так гниет. Так, Полли, а? Вернулся сюда, быстро. Блин, что-то маловато еды взяла, морковочки. На. Стой, стоп, стоп, на, кушай. Стой, Полли. Давай его надеешь, да. Все. Надо пойти взять корма побольше. А то он не хватает. Да. Ну, тут вот корма у меня. Пойму побольше. Что еще? Ну, вот чуть поменьше. Вот так вот возьму. Примерно и морковочек поменьше. Вот. И, кстати, перегной вот так уберу. Пригнуть, потом мы будем закапывать в огород. Ну, продавать на ферму. Да, вот сейчас будем заниматься моим жеребеночком Белатрикс. Имена были, да, мне имена нравились, но не очень подходят все-таки. Назвала ее Белатрикс.
блин, вода от нее. Все. Они же ребята, поэтому порция поменьше должна быть. А, блин, я воды не налила, да? Так, нет, налила, все. Электрикс, да. Так, ну пока она не выходит, молодец. Молодец, девочка. Вот так вот. Так, дырочкой. Сюда. Подошла. Нет, рифма. Рифма зашла быстро. Пошла. Да, короче, очень все сложно с рифмой. Она вот идет кушать. Отойди. Молодец. Ладно, я покормлю яблочками. Так. Я чуть-чуть насыплю куш. Просто лошадей всех не кормили вчера. Вчера был разгрузочный день, их не кормили. Их только поугощали яблочками, девочки. И все. Да, вот. Вот сюда вот уберем. Да, так, все. Ну, вкусняшка, еда еще есть, в принципе, лошадям. Еще вкусняшки, ну, есть, поэтому нормально. Еще заказывать не надо пока. Но это пока. Конечно, еды мало осталось на лошадям. На корму мало уже. Да. Вот. Вот так вот. А тут перегной. Так. Тут коты разные. Так, блин. Собачек. Да, мне кошечку отдали, да, но она сказала, у нее родились котята. Вот, кошечка вот эта вот. Вот, серенькая, родились два котенка. Да, да, все. У них еда есть, и, в принципе, я сейчас их рыбкой повышаю каждую. Чем что-то вот это вот персиковая кошечка боится. Давай, не бойся. Бегает, что-то боится. Ничего сильно. Ой! Кс-кс-кс, нет. Пойдем. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Давай. Закроем. Пойдем. Не бойся. Сюда. Давай, заходи. Я захожу. Кс-кс. Они еще подойдут, должны. Подойти. Сейчас она заходит. Все, нельзя. На. О. На, отойди. Собаки, ну, будете? На. Ой-ой-ой, прости. Ой-ой-ой, прости, тайга. Так уж. Но у них еда есть. Соня, Злата, отойдите, отойди. На, кушай. Все, давай, Злат. Соня, давай. Ой. На, все, давайте. Их увещаю мяском, в принципе. Отойди, лимон. Отошли все. Отошли. Значит, я могу вкуснее. Давай. Все, давайте. Вон, идите, кушайте. Все, давайте.
Ты шоколад, лимон, давайте идите кушать, идите, 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 давай, быстро. Идите кушать. Давай, иди кушай. Бинтай, господи, давай, иди. Давай, иди. Тут вот собачка. Вот кто хочет взять собачку, если кто-то приезжает, то можете взять ее бесплатно. Если доставочка, то вы уже, конечно, платите большую сумму, но небольшую. Так, сейчас я покормлю их. Так вот. Вот тут подобавляю чуть-чуть еды. Сейчас посмотрю, у кого есть, у кого нет. Так, ну вот, вот так вот. Вот, 5 ведер. Так. Ой. Стой, стой, стой. Он да, не да. Так. А, точно. Сейчас давайте возьмем еще вкусняшечку. Вот. И поугощаем лошадок. На. Леди, давай, девочка. На. Так, здесь никого нету. Так, Хасио. Налим, ой, воды мало. Так. Ну так, побольше иди. Ой, затмило. На, Хаси. Хаси, на. Так, дальше идет у нас Аура. Еды. Лару, ее мало. Давай тебе яблочко. Все. Да, вот ему нужно больше еды. Вот, воды, два еда. Ему нужно много пить. И вкусняшки три, потому что он болеет. У него сломана ножка. Ну, не сломана, а... Но он что-то на нее хромает, я не знаю. Значит, сейчас перекрою, беру здесь. Так, все, пойдемте. Кстати, у нас открылся новый рынок, и я хочу сейчас с Шейтаном туда съездить, посмотреть, что там, как там. Сейчас присылаю Шейтана и вернусь. Вот мы и поседлались. Вот. Шейтанчик, кушай, на. Поехали. Так, хвостик. Что такое? Что такое? Нет, воду ты пить не будешь. Пошел. Шел. Давай, поехали. Вот. Вот так вот. Поворачиваем. Здесь пока не поставили заборчик еще, но скоро поставят уже. Пошел. Ехать довольно далеко. Я пойду на записи. Ну вот. Пошел. Вот уже виднеется рынок. Заходим. Так. О, тут можно. На. Кушать. Продаются свинки, коровки, овечки, курочки. Ну, хвостики у меня есть, вкусняшки. Я думаю, сейчас сетик посмотреть. У меня нету сета. Да, давайте посмотрим что-нибудь. Сет фиолетовый или красный. Ну, красный жакет хочу себе. Сейчас посмотрю, есть тут красный жакет или нет. Пока красный. О, красный жакет, смотрите. Давайте посмотрим, какой выглядит. О, мне нравится. Красный жакет возьму. Так. Давайте сейчас ботиночки все возьмем какие-нибудь. Давайте посмотрим вот такие. Ну, неплохо тоже возьмем. Сапоги такие вот. Шляп,
Маску, шлем, я хочу такой вот. Так. Красненький не хочу. Давайте вот тут посмотрим. Ой, синий шлем есть, круто. Да, блин. Вот так. А вот тут вот есть вот такой вот серенький хочу. Светлый шлем, прям такой. Вот, мне нравится, да. И, наверное, штанички возьму беленькие. Сейчас посмотрю, спрошу ей. О, вот такие вот белые. Вот, вроде бы, сейчас посмотрю. Есть еще другие белые. Так, нет, все это. Тут посмотрю, есть беленькие. Нет, вот, смотрите, давайте посмотрим, как я выгляжу в нем. Вот так, вот эти. Ну, в принципе, мне нравится. По-моему, круто. Все, беру этот сет. Все, беру сет этот, который я собрала. Вот так вот. Мне очень нравится. Очень крутой сет. Так. Котики продаются. Лисички. Вау, я хочу лисичку. Ну ладно, потом. Собачки, лошадки. Так. Раб, кобыла, 15-й год, 24 стака. Пинтер жеребец, 13-й год, 22 стака. Пинтер жеребец, 13-й, 22. Это братья, вот это. Тинкер, кобыла, 18-й, 26 стаков. Кнопстропер, кобыла, 17-й. Украинская лошадь, жеребец, 16-й. Так, ну давайте вы сами будете смотреть. Что-то кровь на испанском. Мирин, вай. Круто. Вот этот вот мерин дешевенький, давайте возьмем. Так, наверное, возьмем. Все. Сейчас это я пока что положу и съезжу, возьму свои деньги. Сюда положу сет. Сейчас я съезжу и вернусь. Так, сколько стоит сет? Вот я вам положила. 3 стака. Хорошо, держите. Так, смотрите, сет купила. Так, сейчас пойду коня. Наверное, о чем борщу куплю. А хотя не. Мальчик, постоишь без чомбура. Окей. Я тебя не буду привязывать. Ты давай стоишь на месте, окей. Так, вот. Ну, он стоит. Молодец, послушный. Давайте попонки посмотрим. Просто он. У меня есть, конечно, попонка, но мне новым же ребятам нужны попонки. Наверное, возьму такую попонку. Або штриженькую или вот такую. Давайте вот эти попробуем. Я возьму, наверное. Так, иди сюда. Вот такие. Ну, тут для выступления попона. Вот тут вот. Ой, какие красивенькие попонки. Давайте розовенькую еще возьму. Могу я не взять ее. И шайтанчику, наверное, вот возьму вот такую попонку. Да. И такую вот синенькую, темную. Все. Пойдем. Сейчас попонки оплачу. Вот, купонки. Сколько стоят купоны? 3 стака тоже. Так, все, 3 стака. Так, купонки сразу возьму. Так, так, ты ходишь за мной? Пойдем. Хотя нет, я это ставлю тебя, а то вдруг подерешься ты с ним. Так. Четырнадцать стаков мира. Пойдем. Беспородный. Хоть и не мира, но зато он дешевый из-за этого. Пойдем. Ищу тебя. Ой, блин. Пошли. Иди сюда. Пойдем. Быстрее давай. Нет, вас кто-то другой купит. Пойдем. Так, вот сейчас вам дам 14 стаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.
Давайте вот сюда вот переложим. Раз, два. Иди сюда. Давай, шайтан. Шайтан. Поехали, пошел. Надеюсь, ты успеешь за мной. Будешь успевать. Я его для проката покупаю. Да, идем. Возьму вкусняшку, чтобы он быстрее ехал. Бежишь за мной? Ну все, поехали. Отвязался. Ладно, пойдем. Ты так побежишь? Не бежит, ладно. Надо на чем бы. Идем. Вообще крутой конь, мне нравится моя покупка. Пойдем. Ой, потерялся, пошел. Конечно, шайтан без хвоста очень, ну, то есть медленный такой, очень медленный. Он без хвоста, вот очень просто медленный. Но я не могу сейчас взять хвост. Тогда конь будет медленнее идти. Идем. Это собака. Лошадь тупая. Пошел. Давай быстрее тупай своими ногами. Ай, конечно, лошадь не очень выбрала по скорости именно. Очень медленная лошадь. Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай пойдем. Так, шайтан, я сейчас, наверное, в ходилку веду. Подожди, тут шагалочку. Я его прям в седле, наверное, оставлю. Просто все равно он шагать будет, наверное, часика два тут. 2-3 часика. Чтобы разгрузилось. А сейчас я, пока шайтан там шагает, да. Ну вот, идем. Собаки тихо. Ой, он боится собак. Пойдем. Не бойся. Пойдем. Эту конюшню нам надо завести. Пойдем, молодец. Кушай, иди сюда. Молодец. Ой, он боится, смотрите, он боится. Пойдем. Бойся. Иди сюда, малыш, молодец. Поставлю его на новое вот на это место. Иди сюда. Молодец, да. Кушай. Вот так вот. Стоп. Все. Тут сюда положу вкусняшки. Все, ты тут. Все, пусть он шагает, я пойду хлыст уберу. Да, вот. И уберу свой сет. В общем, ребята, всем пока. Так, ребята, всем пока и до новых встреч. И обязательно пишите имена кошечкам. Вот. Всем пока и до новых встреч.